Накануне в сети распространились свежие фотографии могилы Армена Джигарханяна. Многим интернет-пользователям кадры показались ужасающими. Место захоронения легендарного актера почти сравняли с землей. На погосте было лишь несколько цветов, деревянный покосившийся крест, а портрет народного артиста поставили прямо на землю. Часть поклонников тут же начала бить тревогу. Мол, как же так, великий артист, а даже ограды нет. Другие предположили, что могилу Армена Борисовича сравняли с землей, чтобы возвести на месте его захоронения монумент. Как выяснилось, догадки последних оказались верными. Знакомый семьи Джигарханяна подтвердил, что в скором времени на Ваганьковском кладбище будет установлен памятник. Собираются устанавливать постоянный памятник. Так всегда делается. По этой же причине нет оградки. Сразу ставить нельзя. Надо, чтобы земля осела. При этом друг семьи не стал уточнять, когда именно на месте захоронения Армена Борисовича появится монумент. Напомним, что Армен Джигарханян скончался в ноябре прошлого года. Актеру, сыгравшему в 368 фильмах, было 85 лет. Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская убиралась на могиле Джигарханяна. При этом весь процесс снимали журналисты. По словам пианистки, кроме нее, в окружении народного артиста не нашлось человека, который смог бы найти время для того, чтобы привести неухоженную могилу Джигарханяна в порядок. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.